Однажды на воде я увидел, как один парень делает трюки на виндсерфе. Я был потрясен и понял, что хочу делать так же. Вначале я был всего лишь помощником на станции. Ночевал там, охранял оборудование. Днем помогал закреплять паруса. Питер – мой родной город. Здесь я завел множество друзей, с которыми мы до сих пор катаемся. Сейчас странно смотреть на это место. Выросли высотки, все выглядит по-другому. Да и моя жизнь за эти годы тоже изменилась. Вот уже 17 лет виндсерф толкает меня на новые приключения. Погружаясь в этот мир, появляются новые препятствия. Этот вид спорта делает тебя зависимым от ветра и воды. И это делает его особенным. Чтобы перейти от простого прыжка к серьезным трюкам, один из первых обычно учат фронтлуп. Это первая ступень. Но часто эта ступень самая сложная для всех, ведь все-таки это сальто. Помню, мне было очень сложно преодолеть себя. Кажется, что ты прыгнешь и сильно ударишься о воду. Было страшно, но я понимал, что без него не смогу двигаться дальше. И однажды, катаясь, я решил, что не буду поворачивать, пока не приземлю этот трюк. В конце концов, я просто закрыл глаза и попробовал. С того момента сальто вперед стало моим любимым трюком. И, наверное, это мой коронный трюк. Этот спорт для тех, кто не любит сидеть на месте, кто не боится выйти один на один со стихией. Я ценю виндсерф за то, что он объединяет разных людей, разных профессий, возрастов, из разных городов и стран. Пляж – это наш общий дом, где мы одна большая семья.